Это Ентин Бен, самая музыкальная интервью. Гости моей передачи музыканты. Они отвечают на вопросы во время игры в Guitar Hero. Исполнитель должен набивать ответы так, чтобы это было похоже на песню. Юмор, импровизация и рок-н-ролл. Основные правила игры. Поехали! Друзья, сегодня к нам врывается без стука Рома, группа Бахараба. Йоу! Я очень рад тебя видеть. Слушай, у меня есть как раз специальная игра для таких специальных рокеров, как ты. Ты готов в нее зарубиться? Как же я долго искал тебя, Йети! Я тоже хочу быть Йети! Давай устроим в этой дыре пекло! А потом поженимся! Малышки, всем привет! Сегодня впервые в вашем городе звезды континентов. Давайте сожжем все вместе! Я не вижу ваших рук! Я в детстве был плохим и страшно балованным пацаном. На школу я забил большим и самым толстым рюкзаком. Обманывал вокруг себя я всех и бил своих друзей. Особенно любил побить девчонок, ведь они слабей. Все, что нужно было мне, слушать рок-н-ролл. Я не вижу ваших рук! Играю на гитаре и в микрофон громко я ору. Бульвары. И маме я сейчас привет передаю. На концерт сейчас я всех 6 декабря вместе съесть, да? Ты слышишь меня, эй? Волосатое чудовище. Хочу и буду делать то, что я хочу. И сейчас все девочки вместе с вами. Вы готовы? Вы готовы? Дети, ты готов? Поехали! Yeah! Все, хватит. Второй раз уже будет платным. Да, конечно, много денег заработаем. Слушай, ты зажег как настоящая рок-звезда. Поделись чувствами. Нескольких малышек забрала скорая, а еще нескольких пожарные потушили. Это был огонь. А, блин, это вообще-то все малышки, что у меня есть. Все три. Их было действительно много. Теперь тебе придется пойти и привезти новых. Я, пожалуй, пойду за ними, пока я сам не остыл. До новой встречи, мои офигенные. Ну давай, белый друг. Пока-пока. Оставляй свои комментарии под видео, кого бы ты хотел увидеть в нашем шоу. Через неделю мы снова встретимся, чтобы зажечь. Это Йети Бэт. До скорой встречи и пускай рок-н-ролл хранит тебя.